Всем привет, друзья! С вами Алексей, вы на канале Нужды Парфам. Сегодня бы я хотел составить топ-3 интересных аромата на зиму. Зима приближается, хочется пахнуть согревающе, тепло и приятно. Вы заварите себе что-нибудь вкусненькое, мы начинаем. Сегодня кратко пробежимся по интересным ароматам. Ароматы будут нишевые, я не буду здесь разбирать что-то на молекулы, на ноты. Просто поговорим об ароматах, я расскажу, с каким они настроением. Поехали! Но открыть подборку ароматов я бы хотел интересным ароматом. Аромат называется Lalique or Intemporal. Пахнет что-то в духе табачно-медово-ванильного настроения. Очень согревающий, очень интересно пахнет. Будет отлично согревать вас зимой. Он не диффузный. Это тот аромат, который будет вас согревать. Это аромат чисто для вас. То есть диффузности бешеной и шлейфа от вас не будет. Он будет вас согревать, он будет на вас приятно тепло пахнуть. Такой согревающий, неназойливый аромат. Следующий аромат, который бы я хотел отметить, этот аромат на тему сухофруктов, меда. Аромат называется Франбакле Вудсток. Пахнет, как я опять же сказал, сухофруктами, медом. Он такой ванильный даже в каком-то месте. То есть достаточно липкий, достаточно диффузный. Вот этот аромат про то, если вы хотите себе диффузный, яркий аромат, чтобы зимой от вас километровый шлейф, вот вам сюда. Пахнет очень интересно, так необычно. Такой аромат не такой, как все. Следующий аромат, вы, наверное, о нем уже слышали, но я буду бесконечно петь о нему дифирамбы, потому что это действительно интересный аромат, кто бы что ни говорил, бестселлер на рынке. Аромат называется Назамата Блэк Афгана. Это пахнет... Ну, все прекрасно знаете, чем это пахнет. Обугленный пенек, туда усыпаны такие травы. Пахнет конопельно, как-то... Пахнет коноплей. Прям запах конопли и деревяшки. Если вы любите подобные ароматы, советую присмотреться к данному аромату. Назамата Блэк Афгана. Но если вы еще хотите какие-то интересные обзоры на интересные ароматы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Алексей, канал Нужды Парфам. Обнял.